Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и другие на церемонии прощания с принцем Филиппом. Несколько часов назад члены британской королевской семьи прибыли в замок Виндзор, чтобы почтить память герцога Эдинбургского. Сегодня, 17 апреля, в Лондоне проходят похороны принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Супруг королевы Великобритании скончался в позапрошлую пятницу, 9 апреля, в возрасте 99 лет, не дожив до столетия ровно 2 месяца. Всю неделю монаршая семья носила траур, а несколько минут назад все они прибыли к стенам замка Виндзор, где монарх и скончался. Как было известно еще задолго до похорон, церемония прощания с ним состоится в часовне Святого Георгия. Тело покойного герцога до ее начала находится в частной часовне королевской семьи в Виндзорском замке. В 14:40 по местному времени гроб в специально модифицированном для этого машине марки Land Rover Defender был привезен из частной часовни Виндзорского замка в часовню Святого Георгия. Примечательно, что принц Филипп принимал активное участие в разработке дизайна кузова автомобиля еще при жизни. Гроб будет покрыт плотной изображением герба Дании, три льва и сердца, флага Греции, белый крест на синем фоне, символики семьи Маунтбеттенов, черно-белые полосы и изображение замка, который означает Эдинбург в титуле герцога. В пятницу вечером на территории Виндзорского парка были введены особые меры безопасности по данным таблоида The Sun. Вооруженные полицейские образовали тройное кольцо вокруг замка. Сейчас на территории парка горожан пускают, но к стенам замка не подойти. Территория окружена забором. А вдоль дороги, по которой проследует процессия, стоят только журналисты. Как стало известно незадолго до начала шествия, траурной процессии службу проведет архиепископ Кентерберийский и декан Виндзорский. В заключительной части службы прозвучит православная молитва. До свадьбы с Елизаветой Филипп являлся принцем датским и греческим и принадлежал греческой православной церкви. Ради будущей британской королевы ему пришлось перейти к англиканству. Сообщается, что принц Филипп лично выбирал песнопения, отрывки из Библии и музыкальные произведения, которые прозвучат в ходе панихиды. Это было его предсмертное желание. Первым к месту прощания прибыл старший сын принцессы Дианы и принца Чарльза, принц Уильям со своей супругой Кейт Миддлтон. Принц Гарри с ним в автомобиле не было. В отдельной машине приехали дочь принцессы Анны, Зара Тиндал, и ее супруг Майкл Тиндал. Это первое появление Зары на публике после рождения третьего ребенка. Первым впереди гроба прошел оркестр Гренадской гвардии в парадной форме. Затем автомобиль с гробом выехал из Виндзорского замка и направился в часовню Святого Георгия. За ним пешком шли члены британской королевской семьи. В первом ряду его старшие дети, принц Чарльз и принцесса Анна. Во втором его младшие дети, принц Эндрю и Эдвард. Далее следовали принц Уильям и принц Гарри, между которыми был Питер Филлипс. Замыкал процессию автомобиль, в котором ехали Елизавета II и герцогиня Камила, жена принца Чарльза. Остальные, в том числе Кейт Миддлтон, принцесса Евгения и Беатрис с мужьями, и графиня Софи с детьми, стояли по обе стороны дороги, склонив головы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. А также жмите на колокольчик и получайте уведомления о наших новых видео. Впереди еще много интересного. Благодарим, что вы с нами.